Пора инфекционных заболеваний уже на пороге. Ветеринары напоминают, в зоне риска не только люди, но и братья наши меньшие. В районных отделениях городской ветеринарной станции можно получить бесплатную вакцину. Привить домашних питомцев смогут хозяева, зарегистрированные в Санкт-Петербурге. Для защиты собак от вирусных инфекций используют препарат, который действует в течение года. Она поливалентная вакцина у нас сейчас по госуслуге. Она включает в себя такие заболевания, как бешенство в первую очередь, потому что это заболевание опасно не только для собак, но и для человека. Также включает в себя такое заболевание, как лептоспироз, чуму собак, парвовирусный энтерит, аденовирозы и парагрипп. Заодно привитой собаке можно бесплатно установить информационный чип. Туда записывается кличка питомца и контактные данные владельца. Если животное потеряется и попадет в ветклинику, там с помощью вживленной микросхемы смогут найти хозяина. Кроме того, без такого чипа животное не сможет пройти паспортный контроль на границе.